Всем привет! И снова с, с вами я, Надежда, мой канал «Жизнь многодетной семьи». Вот, хочу вам немножко показать, что я сегодня сделала там с утра, к обеду занималась немножко, релаксом у меня был, говорится, занималась поделками в свое удовольствие. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, небольшой такой обзор. В общем, я сделала такие вот бантики, вот такой набор вот фиолетовый с белым. Интересные такие вот резиночки две, и к ним Четыре такие заколочки на прищепочках. Такие вот тик-тик, тик-тик к волосикам. Вот на прищепочках. Потом э, такое вот зелено с красненьким. Интересное такое сочетание. Вот, а потом еще сделала вот просто без больших бантиков маленькие бантики сделала. Фиолетовое с зеленым, то есть наоборот сделала. А здесь зеленая с, с фиолетовым. Вот такие вот интересные бантики-заколочки. Они вот на вот таких вот прищепочках. Потом у меня вот как-то, я не знаю, откуда они взялись. Вот такие два зверонка и олень, олени таких. Я к ним пришила резинку. И тоже будет на волосике такая интересная резиночка. Вот это у меня тут всякие мои такие штучки, прибамбасы всякие. А вот эту вот красоту мне папа подарил муж мой любезный. Дерево какое-то. Что за дерево? А Что за дерево? Цветы комнатные замел. Гулька какой-то. О, боже мой. Мужа подарил цветок, что еле выговоришь. И небольшой обзор. Помидорчики. Эй. Зашли помидорчики уже. Красота. Лепота. Вот, ждем, пока они станут большими. Титу... Рассада. Ну вот такие вот бантики-заколочки у меня получились. В общем, они поедут все в гости. Эти бантики-заколочки к очень хорошей маленькой девочке, рыженькой-кучеравенькой. Вот, это все делалось для нее. Ну, и, конечно же, я когда-нибудь при возможности постараюсь показать, как я делаю эти бантики. Между прочим, они делаются очень-очень легко. Даже маленький ребенок лет десять-11, ну, тоже, в принципе, не маленький ребенок, но вот дети вот такого возраста могут сами делать такие вот резиночки, такие же вот могут делать бантики. Вот, и то есть сами для себя или там для подружки, то есть хорошая поделка своими руками, она всегда ценится. Вот, кому было со мной интересно, ставим лайки, подписываемся на мой канал, я очень рада новым друзьям. У вас у меня уже много, 54 друга в ютубе, я очень, правда, очень рада, я как маленький ребенок каждому подписчику очень сильно радуюсь. Вот, спасибо вам всем. Вот и до новых вот. встреч. Всем пока.